познакомились с Анной Седоковой, я знаю. Ну а как вы познакомились с Натусей Рудовой? Угу. Значит, с Наташей Рудовой меня познакомила Аня Седокова. Буквально в первую нашу, так сказать, встречу с Аней мы встретились в кафе, и Аня пригласилась на Наташу. Вот. И то видео, которое гуляет в социальных сетях с нашего девичника, где я танцую на пилоне, вот в тот вечер с нами была и Наташа Рудова. И если внимательно слушаться, то можно услышать смех и комментарии Наташи Рудовой. Поэтому у нас практически одновременно произошло воссоединение такое женское, и уже продолжается достаточно длительное время. Мы стараемся как можно чаще по возможности собираться девичником. И когда мы втроем, это обязательно много шуток, смеха, вот. Ну и танцев, как вы уже поняли. Почему Аня всегда таскает Рудову с собой? Хоть бы раз тебя пригласила в LA. Это нечестно. Рассекречу вам. Проблема в том, что у меня нет американской визы. Поэтому я до сих пор еще не попала в Лос-Анджелес. А так, конечно же, Аня меня приглашает и ждет. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время у меня появится виза, и я смогу навестить ее в Лос-Анджелесе. Но когда Аня прилетает в Москву, тогда мы встречаемся втроем. Вот, дружной компании. Поэтому мы видимся, не волнуйтесь, все по-честному. Варданош, вы такая красивая. Не пробовали в группу Виагра? С Рудовой и Седоковой вы смотрелись бы шикарно. Мне очень много предлагали петь в группах в разных, и Горячий шоколад, там, и, в общем, много других групп. И я всегда отвечала на этот вопрос, что в группе мне будет мало места. Я точно сольный артист. Мне важно, чтобы было написано слово «Варда», не «Виагра», не там, не знаю, что угодно. Вот, «Варда» и все. Этим все сказано.